Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. А теперь информация к сведению избирателей. 20 июля депутат Государственной Думы Мартин Шакум подал документы в окружной избирком. Для регистрации своей кандидатуры на предстоящие выборы по 120-му одномандатному избирательному округу. Напомним, в мае Мартин Шакум одержал уверенную победу в праймерис партии «Единая Россия». Его поддержали 87% избирателей. Кстати, именно Шакум стал одним из инициаторов возвращения к выборам в Госдуму по одномандатным округам. По словам депутата, именно такая система дает возможность решать конкретные задачи для конкретного района, в том числе и отдельных избирателей. Я работаю в Государственной Думе достаточно давно. Мне есть что рассказать избирателям. У меня есть дела, которые нужно продолжать. На встречах с избирателями я прекрасно понимаю те вопросы, которые мне задают. Я понимаю, какое законодательство нужно менять. Понимаю, как необходимо помочь этим людям.